Финны его называют почему-то коммунист, не знаю почему, но вот такое вот у него название. Всем добрый день, рад вас видеть на канале Акара, меня зовут Максим Ефимов, и сегодня я расскажу о приманке воблере Пандер 105F. Это новинка 2020 года, пришла она совсем недавно, и вот, собственно говоря, выглядит она следующим образом. Это традиционный воблер формы шат, создавался эта модель как трилинговая, ну и, собственно говоря, полностью соответствует этой задаче. Заглубляется он до 5 метров, ну, собственно говоря, это можно сразу же понять по его довольно большой лопатке. Идет он реально глубоко. Приманка обладает хаотичной рыскающей игрой, что очень напоминает раненую рыбку. Ну, собственно говоря, на такую рыбу лучше всего и охотится хищник, поэтому это его плюс. Значит, цвета модели довольно оригинальные, есть, как обычно у нас, традиционные, там, ну, начиная с обычного классического. То есть они там есть с черной спинкой, с голубой спинкой. Полупрозрачные с голубой спинкой. Ну, традиционные там Fight Tiger. Ну и вот на одном цвете я бы остановился так немножко подробнее, потому что мне он очень нравится. Этот цвет взят с финских воблеров. Финны его называют почему-то коммунист, не знаю почему, но вот такое вот у него название. Он реально работает, у него черное брюхо, такая красноватая спинка. Причем у меня он работает практически в любую погоду, что в светлую, что в темную, то есть такой довольно универсальный. Вот, обратите внимание именно на эту расцветку. Ну и есть вот такой вот тоже чисто черный. Он, конечно, работает хорошо по яркому солнцу, с такими блесками. Вот, лично мне очень нравится. У меня такие вот расцветки есть на нескольких воблерах, и они, в принципе, все были рабочие. Воблер подходит для ловли в основном судака, щуки. Ну, размер довольно приличный, 105 мм. Модель это плавающая, весит она 14 грамм. В принципе, он довольно неплохо работает и на заброс, но основная задача – это рыбалка на троллинг, именно вот этого воблера. Я уже, наверное, прошлый сезон на него отловил, были пойманы довольно неплохие трофеи, поэтому рекомендую к применению, тем более, что выбор по цветам довольно богатый, так что есть из чего выбрать и использовать на водоеме.